Я говорю, майор Умрилов, блядь. Мы просили два танка вчера, всего два танка, чтобы нахуй мы... И сегодня бы мы не отправляли 23 гроба нахуй. Их было бы, блядь, в половину меньше, блядь. Два танка просили. С 10 утра до 6 вечера я просил два танка. Вот нам сказал, блядь, товарищ Тихомиров, нахуй. Он пидорас, вот. Блядь. Вот. Пусть он знает, блядь, нахуй. Пусть они снимают, они так крутые, блядь. И если, блядь, дай бог, чтобы эта пленка как-нибудь вышла, блядь, на центральное телевидение, блядь. Пусть, нахуй, все знают, блядь, что нам два танка пожалели вчера, блядь. Из-за этого мы, нахуй, 23 уже трупа имеем. 30 мы еще не нашли, блядь. 30 наших ребят, блядь, нахуй. А мы все офицеры, блядь. Сегодня мы отправили, блядь, парня одного, у которого два грудных ребенка, два близнеца, блядь. Пиздец, они сироты, нахуй. И этот Тихомиров, блядь, ни Петров, ни Иванов, ни Ельцин, ни хуй знает кто, блядь, они хуй позаботятся о них, блядь. Саша, он, сука, не только, блядь, он, блядь, не только пообещал, блядь, он пообещал, нахуй, что выходят танки, выходят, блядь. Наши ребята нам ждали, блядь. Ждали, сидели, нахуй. Он хуй танков дал. Сначала сказал, что вышли танки, блядь. Потом хуй там танков было, блядь. Потом, блядь, наших опять ебошили, блядь. Опять их запросили, блядь. Тихомиров вообще съебался отсюда, блядь. Мы уходили без единого патрона практически. Хуй кто вышел, блядь, ебаный в рот. Он нас уже не было патронов. Обещал, все обещал. Хуй кто пришел, блядь. Пидорасы все, блядь. Гандоны, блядь. Все выпили. 15 человек и 2 БМП. БМПшки, которые прикрывали, и 2 БТРа ушли, которые за убитыми и ранеными. Это ничего по сравнению с тем, что там это долбили по нам. С 4 домов с разных сторон работали не только снайпера, но и гранатометчики. Я скажу так. Вчера, когда мы, блядь, вытаскивали, нахуй, убитых и раненых, блядь, вытаскивали убитых и раненых, мы потеряли одного, блядь, нахуй, убитым, блядь, нахуй. Снайпер снял, блядь, в голову, нахуй. И 2, блядь, нахуй, раненых, блядь, наших ребят, блядь, нахуй. Но слава богу, блядь, у них в руки ранены. А этого парня в голову, блядь, мы не довезли до сюда, до Северного. Он умер, блядь. И сегодня, блядь, в 16 часов отправили первым, нахуй, 2 первых. И, блядь, в 18 часов отправили 11 человек еще, блядь. И еще, нахуй, лежит, нахуй, 13 человек наших здесь, блядь. Наших, только одних собранцев. Не считая то, что там навалили, блядь. Вот, блядь. Спасибо, товарищ Тихомиров.